Мы – самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва – наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу!
10 часов. Ханта-2, осторожнее с гражданки. Не открывайте огонь первым. Следите за крышей. Там могут быть другие. Оверлорд, ничего, это Ханта-2-1. Проходим на Харви через Элизабет-3. Вас понял, Ханта-2-1. Идите осторожнее. Следите за переулком. Три пехотинца. Балкон на 12. Балкон на Балченце. Вооружены? Нет. Просто наблюдаю за вами. Всем хантерам это сержант Коуби. Приготовиться к бою. У нас тут снайперский огонь с нескольких позиций. Выходим с улицы. Хантер-2-1. Это Варлорд. Вас понял. Недалеко от вас Дьявол-1-1. Длиной 15. Ждите свет. Применить светошумовые. Мы выходим. Они прорываются. Хантер-2-1, это Дьявол-1-1, звеное в 15. Расчетное время 1.5 минуты. Курс на Сьерра-3 к северо-западу. На борту 2 Джейдам и 2 Харм. Прием. Ждем. Отойти от чертовых окон и закрепиться на верхнем этаже. Живо, живо! Дьявол-1-1, цель белая, 12-этажка. Координаты 2-2-1-7-1. Сравняйте их с землей. Как поняли, прием. Хантер-2-1, Хантер-2-3. Вас понял, Хантер-2-1. Начинаем заход. Цель подтверждена. 2-1, вы не были способны. Мы под шквальным обстрелом со стороны школы. Просим помощи. 2-1, несколько укрылись в кабинете справа. Под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем.